Всем огромный привет! С вами Наталья на своем канале «Вкусняшки от Наташки». Сегодня покажу, как я делаю свежую аджику, которая не расслаивается на жидкость и покруче сверху. Хранится год и больше. Очень вкусная аджика с хреном, свежая аджика. Если понравился рецепт, ставим лайк, подписываемся на канал, нажимаем на колокольчик. Идем делать аджику. Приготовили помидоры 2 кг, очищенный болгарский перец 2 кг, горький перец 7 штучек, хрен 300 грамм, уксус столовый 100 грамм будем добавлять, чеснок 400 грамм, 100 грамм сахара, 150 грамм соли. Баночки приготовила, простерилизовала в микроволновке и крышечки прокипятила обязательно. Все овощи пропускаю через мясорубку. Хрен я всегда ручной мясорубкой измельчаю. Надеваю на мясорубку целлофановый пакетик, фиксирую резиночкой, чтобы пакет не соскочил, и прокручиваю, чтобы ни в глаза он не лез, ни в нос, чтобы легко было его прокрутить. Все остальные овощи на электрической мясорубке прокручиваю. Овощи все измельчили. Вот уксус столовый 9%, приготовила 100 грамм, налила уже. Все овощи у нас измельченные, готовы. Хрен обязательно в пакет положить, чтобы он в глаза не лез, в нос. И так, чтобы у нас не расслаивался аджика, свежая наша, на жидкую и крутую массу, жидкую внизу, а крутая масса сверху, мы с томатов будем убирать жидкость. Таким образом, берем с общего количества соли столовую ложку соли, то есть 150 грамм у нас было, беру столовую ложку соли, добавляю в прокрученные помидоры, размешиваю до появления легкой пены сверху. Видно пену, значит, готово уже. Все, размешали. Теперь через сито нужно, через крупные ячейки, через сито. Будем жидкость убирать. И примерно 5-7 минут подождем, пока жидкость у нас сойдет. Всего 5-7 минут. И все. Вот прошло у нас 6 минут. Вот такая достаточно крутенькая получилась у нас томатная масса. И столько вот у нас жидкости. Сейчас померяем, сколько же у нас жидкости вышло с томатов, с помидор, с прокрученных. Вот 800 грамм. Достаточно много. Теперь аджика у нас не будет расслаиваться. Будет однородной массой. Берем посуду, вот ведерко у меня, томаты прокрученные, добавляем хрен в томаты, быстренько-быстренько размешиваем, чтобы, опять же, хрен нас не смущал. Добавляем болгарский перец прокрученный, чесночок, все перемешиваем, горький перец 7 штучек, соль и сахар, перемешиваем. Теперь добавляем в конце уксус. 100 грамм уксуса. Все хорошенько перемешиваем. Раскладываем по баночкам. Аккуратненько, осторожно. У меня баночки с завинчивающими крышечками. Вот такие вот крышечки. Когда аджик убавилась, я перелила с ведерка в поменьше тару взяла,
чтобы удобно было накладывать по баночкам. Раскладываем аккуратно, осторожно. Вот потрясти немного, чтобы воздушных пространств не было. Вот сколько аджики у меня получилось с этого количества продуктов. Одна баночка 450 грамм и 14 баночек по 300 грамм. Очень вкусная аджика. Сделав один раз такой аджик, будете делать постоянно. Всем приятного аппетита!